опоздал, Человек-паук. Я разработал эту энергосистему, и теперь я возьму себе то, что мое по праву. Я стану контролировать все, и я буду богом для них, для всех. Привет, бог-блестяшка! Но уж нет! Это все, что ты можешь? Получай! Вот тебе! Ну что, сдаешься? Хватит ныть. Подумаешь, переломал все кости и отбил все органы. О, боже. Ненавижу эту песню! Ты не ожидал! Ты больной? Приклеил меня к машине! Что за пещерный менталитет? Ты зачем приехала? Связал меня, а сам пошел на войну? Я знаю, как тебе помочь! Что ты здесь я делаешь? Я знаю, как там все Черт, работает! Черт, это не главное! Я перезагружу систему! Кто тебя просил? Кто? Эй. Нельзя тебе тут быть, я не шучу, пойми, тебе нельзя тут находиться, это Ладно, черт знает вот что! Вот что, герой, никто не вправе за меня решать, ты понял? Никто! Это мой выбор, ясно? Мой выбор. Только мой. Как мы его остановим? Так, он электрический, он вроде батарейки. А что будет, если пустить в батарейку слишком большой заряд? Она взорвется. Вот. Используем его же силу против него? Прекрасно. Вперед. Я смогу восстановить линию напряжения, но мне надо, чтобы ты перезагрузила систему, ясно? Когда я скажу, врубай ее, дергай за рубильник. Что бы ни случилось. Питер. Что бы ни случилось. Давай, беги! Прием!
Thank you.